Аудитора НАБУ. Вот эта вся история с тем, что Рада не может найти кандидата своего или определиться с кандидатом, или внести даже в повестку парламентского заседания. Что происходит? НАБУ кому-то мешает в Украине сейчас? Тут не НАБУ мешает. Тут идет вопрос за то, что есть определенные силы, которые толкают одну персоналию, и определенные силы, толкающие другую персоналию. В любом случае, каждая из этих сил отслеживает в первую очередь свои интересы в рамках интересов Украины, не наоборот. Поэтому в любом случае, я считаю, что должен быть открытый конкурс, и на этом открытом конкурсе надо выбирать. Надо прописывать правила конкурса, а дальше уже будем смотреть. Вам удалось подать свою декларацию до 1 апреля? Да, и у меня была просто радость, бурная радость. Без 15:02 в четверг мне удалось подать свою декларацию. Но, насколько я знаю, один из моих сотрудников, который был раньше на госслужбе, но на сегодняшний день он уже не является госслужащим, согласно закону обязан подавать, он не смог таки подать, несмотря на все усилия. Что происходит вокруг НАПК? И почему сайт вот сегодня буквально, вот мы хотели посмотреть вашу декларацию перед эфиром, мы не смогли этого сделать. Что происходит вообще? Я думаю, что проблема реального программного обеспечения. Я с большим уважением отношусь к экспертной среде, которая профессионально разбирается в программном обеспечении. И все от профессиональных тестеров до людей, которые писали системы и работа с базами, с библиотеками для крупнейших мировых компаний или, там, допустим, для Deutsche Bank, для биллинговых систем, для любого чего угодно, для процессинговых систем, все говорят одно и то же, что абсолютно коряво написано программное обеспечение. В нем основная проблема. Беда руководства НЗК в том, что они не заменили эту систему, о чем мы говорили еще ранее. Нужно было заменить систему и портировать всю информацию, которая была в старой системе, в новую. Насколько мне известно, Алексей Скрипник из Самопомича, который имеет определенные профессиональные знания в этой среде, сказал, что это не сложно и это можно было достаточно быстро сделать. Притом значительно дешевле, чем делали многие и чем было предложено выделить, значительно меньше суммы должна была затрачена, чем должны было выделить от правительства. То есть, а после заявления Дубилета о том, что он может за 7 миллионов гривен сделать систему, это с серверными возможностями, со всеми полностью модулями, у меня вообще возникает вопрос, почему тогда до сих пор ему это не поручили, и на базе iGov он не сделал. То есть очень много вопросов к руководству, скажем так, их компетенции вызывают у меня большие вопросы.